Народные полицейские сегодня принимают поздравления. В России отмечают День участкового. По этому случаю правоохранители со всего края собрались в Краснодарском университете МВД. Сотрудников службы за ежедневную кропотливую работу поблагодарил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил то, что Кубань сегодня один из самых безопасных регионов. Во многом заслуга и участковых полицейских. Само понимание у людей, что участковый, тот, который всегда должен прийти на помощь, должно всегда оставаться. Но здесь ни в коем случае не может быть равнодушие. Российская полиция должна быть частью народа. И народ, именно народ, должен это понимать и в это искренне верить. Я могу с гордостью заявить, что сегодня, несмотря на все трудности, несмотря на эту нагрузку, вы с честью справляетесь со своими обязанностями. И это не моя оценка. Это оценка, если мы говорим про курортный сезон, тех отдыхающих, которые приезжают в наш край. Они в отношении полиции, участковых в том числе, говорят только добрые слова. Поэтому, коллеги, сегодня отношение к краю такое. Всегда гордо заявить, что мы с Кубани, что мы с Краснодарского края. Только в этом году участковые уполномоченные пресекли более 700 тысяч правонарушений и раскрыли почти 9 тысяч преступлений. За 2017-й народные полицейские рассмотрели около 400 тысяч заявлений от жителей края. Об их работе говорит и еще одна цифра. По подсчетам, на участкового возложено более сотни обязанностей. Без призвания стать хорошим участковым невозможно. Именно вы самые близкие к людям представители закона. Именно на вас они рассчитывают и надеются в сложной ситуации. К вам они идут трудную минуту за помощью, и это понятно. Ведь участковый действительно специалист широкого профиля. Он должен хорошо знать и уголовное, и гражданское право, быть тонким психологом, а также с житейской мудростью подходить ко многим каждодневным проблемам. Сегодня в этом зале лучшие из лучших. Первыми приходят на помощь людям, это участковые. Участковые знают, что происходит в районах, что происходит в поселении, на хуторах и так далее. И благодаря их умению, благодаря отношениям к людям, сегодня некоторые вопросы просто снимаются, разрешаются на месте. За почти 100-летнюю историю профессия участкового прошла большой путь. Прототипами современного уполномоченного были квартальные и урядники. Их форму одежды, устав и даже транспорт можно увидеть в музее университета. Экскурсию сегодня провели и для Вениамина Кондратьева. Все исторические факты не вмещаются даже в несколько больших залов. У советской милиции, российской полиции и у вашего, естественно, института, университета, как бы ни называлось, настоящее учебное заведение, очень славное прошлое. А вот насколько будет славным настоящее и будущее, целиком уже зависит от нас. И от тех выпускников, которые сегодня выходят из этих стен. Вот это мы должны всегда помнить. Вот мы должны, знаете, не посрамить память тех, кто отдал жизнь за то, чтобы сегодня было спокойствие на наших улицах, чтобы был порядок. В современной Кубани за порядком на вверенных им участках следят почти 2000 участковых. Лучшим из лучших сегодня вручили памятные награды.